Данный проект до конца года финансируется нашей компанией, национальной компанией «Казахстан Теміржолы». Проект реализуется в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Состав поезда состоит из двух вагонов, общей вместимостью 300 человек, и из них 175 мест – это уже чисто посадочные места. Поезд будет останавливаться на трех остановок. Это получается ОП, Байсерке и Житыкент. Мен Алматы қаласының тұрғынымын, осы Қонаев қаласында оқимын. Оқығаным 2 жыл болды. 2 жыл бойы мен таксимен, осы Алматы мен Қонаев қаласы таксист жалдап, такси ұстап таксимен барып келетін. Енді осы жылы 2-ші курс оқимын. Поездің шыққан маған удобно деуге де болады, қолға қолайлы болды. Енді Алматыға осы поездмен барып келемін мен.